В южном микрорайоне, неподалеку от остановки торговый центр «Эвер», шофер такси спровоцировал аварию, в которой разбиты три автомобиля. Сначала столкнулись водители Toyota Fielder и Mazda CX-5. Вскоре к ним присоединился автолюбитель на «Жигулях». О том, как произошло ДТП, рассказал 33-летний хозяин красного кроссовера. Мужчина ехал со стороны Краснореченской в направлении проспекта 60-летия Октября по второй полосе. По словам мужчины, аварию спровоцировал его 61-летний оппонент на Toyota Fielder, едущий в попутном направлении по первому ряду. Таксист с клиенткой на борту неожиданно начал поворачивать налево, подставив борт универсала под удар. Хабаровчанин на Мазде с 10-летним стажем вождения избежать столкновения не сумел. Владельцу кроссовера таксист, который провел за рулем 42 года, излагал иную версию событий. Он говорит, что он ехал передо мной, то есть и пытался развернуться с левой полосы. Ну, если посмотрите, то он бы не смог так развернуться. Я ехал тихо, то есть я успел затормозить, ну, без резкого торможения. У меня в машине была жена беременная, ребенок сзади на детском сиденье. Через секунду после первого ДТП произошло второе. 21-летний водитель «Жигулей» ехал с другом в сторону «Эвра». Увидев, что прямо перед ним столкнулись иномарки, попытался их объехать. Юноше удалось чуть смягчить удар. Он зацепил лишь задние бамперы оппонентов. Приближаясь к месту аварии, молодой человек с 3-летним стажем вождения успел отметить детали, ставшие предметом спора двух других, более опытных участников аварии. «Филдер, получается, со второго ряда переставился резко налево, при медленной скорости хотел развернуться. И Mazda RX-5 ехала на скорости и начала, ну, пыталась увильнуться от удара. Вышел на встречную полосу, стукнул Филдера передо мной. Ну, я не успел просто-напросто тормозиться от удара, выкинул меня на встречную полосу». Пострадавших в этом ДТП не оказалось. Женщину на 7-м месяце беременности и маленького пассажира, ехавших в Мазде, домой отвезли друзья Читы. Пассажир Филдера пересела в другое такси. Полисы ОСАГО на иномарке имелись, на отечественный автомобиль нет. Отцовские «Жигули», по рассказу молодого человека, прослужили семье 12 лет. Виновником ДТП назовут таксиста. Выполняя разворот, он должен был убедиться в безопасности маневра. С места происшествия Денис Коршунов, Юлия Зима и Андрей Алферов.